Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим лекцию номер 3, которая звучит как «Организация охраны здоровья в Российской Федерации». Какие же вопросы нам сегодня предстоит изучить? Итак, это 5 ключевых вопросов. Первый – понятие и охрана здоровья граждан. Второй – профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Третий – медицинская помощь. Первая помощь. Четвертый – медицинская помощь, понятия, условия, формы и виды. И пятый – организация оказания медицинской помощи. Итак, перейдем к вопросу номер один. Понятие средств охраны здоровья граждан. В целом, что же такое охрана здоровья граждан? Далее, да, мы будем называть это все просто охрана здоровья. Это система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, профилактического характера, которые осуществляются органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и их должностными лицами, а также иными лицами в целях профилактики заболеваний, сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, ну и, понятное дело, предоставление ему медицинской помощи. То есть, в целом, определение, да, довольно широкое, но дает нам понимание, что же у нас с точки зрения законодательства считается охраной здоровья граждан. Итак, да, по первому вопросу тут, в принципе, не так уж и много, но я думаю, для себя вы выяснили, да, что же такое понятие охрана здоровья граждан. Перейдем далее. Вопрос номер два. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. В принципе, да, когда мы говорим о профилактике инфекционных заболеваний, то эта профилактика у нас проводится органами государственной власти, может проводиться органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, общественными организациями, путем разработки различного рода программ, путем применения экономических и социальных мер, которые направлены на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление тех заболеваний, да, которые ставят под угрозу жизнь граждан. Да, ну не обязательно только граждан, но в целом граждан и иных лиц. Естественно, здесь мы еще вспоминаем про программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программа профилактики инфекционных болезней, национальный календарь профилактических прививок и так далее. Да, то есть в целом профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни с точки зрения государства, да, у нас носит в себе очень серьезные мероприятия. Притом у нас профилактика неинфекционных заболеваний тоже может осуществляться на групповом, так и индивидуальном уровне органами государственной власти, местного самоуправления, работодателями, общественными организациями и так далее. Не забываем про физкультурно-спортивные организации и так далее. Формирование здорового образа жизни, да, вот вы можете видеть также, что формирование здорового образа жизни граждан у нас начинается с детского возраста и обеспечивается путем проведения различных мероприятий, которые направлены на информирование граждан о рисках для их здоровья, формирование мотивации к проведению здорового образа жизни, спортивные мероприятия различного характера, что тоже, естественно, влечет за собой формирование здорового образа жизни. Занятия физкультурой, спортом у нас есть, допустим, кросс-нации, да, мероприятия, естественно. У нас есть различные физкультурные мероприятия, да, там день физкультурника там и так далее. То есть в целом, да, с точки зрения формирования здорового образа жизни, да, в настоящее время есть очень много мероприятий, да, которые направлены снова-таки на его устойчивую популярность, скажем так, да, популярность среди молодежи, среди лиц детского возраста, ну и так далее. Плюс к этому у нас есть еще, да, вот вы видели, мы в принципе уже об этом говорили, профилактика неинфекционных заболеваний и программа гарантии оказания гражданам медицинской помощи, в том числе со стороны медицинских, фармацевтических работников там и так далее. Какие же у нас присутствуют цели профилактических мероприятий? Значит, у нас есть
несколько целей. Да, это первое, выявление основных факторов развития сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний. Первая цель, да, выяснили. Вторая, определение группы диспансерного наблюдения граждан, которые имеют очень высокий риск, да, в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Третье у нас есть, определение перечня необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для всех граждан без исключения. Третья цель у нас – проведение краткого профилактического консультирования граждан по вопросам состояния их здоровья, контроль факторов риска и профилактическая работа. Мероприятие. Да, первое – диспансеризация. Да, то есть это диспансеризация определенных групп взрослого населения. Вторая, у нас второе мероприятие, это профилактические медицинские осмотры, да, то есть у нас есть такие мероприятия, да, когда, скажем, работники учреждений ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры, да, допустим, работники образования, прежде чем получить допуск к работе, скажем, ну, допустим, возьмем университет, да, либо академию и так далее, далее, прежде чем получить доступ, допуск, да, к работе со студентами, необходимо пройти профилактический медицинский осмотр, получить соответствующий документ, и только тогда работодатель сможет допустить это лицо к работе. Да, то есть это помимо, да, справки о несудимости и всех остальных документов. То есть ключевое требование, да, это пройти профилактический медицинский осмотр. Третье, да, это профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе в связи с их занятиями физической культурой, спорта и так далее. И последнее – это обследование в центрах и кабинетах медицинской профилактики. Значит, если мы, да, немножко расшифруем, у нас есть сроки проведения диспансеризации, то есть инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны ежегодно, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях при достижении 18 лет ежегодно, далее не реже одного раза в 3 года – пребывающие в организациях, которые осуществляют стационарное обслуживание дети-сироты в трудной жизненной ситуации, дети, которые остались без попечения родителей, в том числе это могут быть усыновленные, удочеренные лица, которые были приняты в патронатную семью, в приемную, да, ежегодная диспансеризация и так далее. То есть профилактический медицинский осмотр, в принципе, об этом тоже мы уже с вами общались. Есть у нас категории, скажем, лица, которые попадают в перечень жителей, допустим, блокадного Ленинграда, да, те, которые подверглись ядерным испытаниям и так далее. У них есть требования пройти ежегодную диспансеризацию и так далее. В целом, да, по второму вопросу, плюс-минус, я думаю, вы для себя выяснили, да, что у нас есть профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни. Ключевое здесь, да, это инициатива органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, отдельных должностных лиц, профилактических и иных лечебных учреждений и так далее. Итак, третий вопрос. Первая помощь. Что же такое первая помощь? Да, у нас иногда возникает ситуация, скажем, мы ехали на автомобиле, совершили наезд на пешехода, и возникает острая необходимость оказать первую медицинскую помощь до того времени, да, пока, скажем, скорая помощь не приедет и квалифицированные медицинские работники ее не окажут. Тут, понятное дело, может возникнуть один нюанс, да, то есть если мы окажем эту первую помощь неквалифицированно, да, и вследствие наших действий лицо, да, лишится жизни, то у нас может возникнуть ответственность за оказание неквалифицированной первой помощи. С другой стороны, да, если мы ее не окажем, а лицо у нас снова лишится жизни, то нас можно привлечь к ответственности за неоказание первой помощи. То есть снова, да, тут такая ситуация довольно тонкая. Если не уверен в своих навыках профессиональных, да, либо просто вообще в навыках, да, мы знаем, что все, кто обучается в автошколах, да, они все должны пройти курс оказания первой помощи. Но опять же, да, кто запомнил, кто не запомнил, практиковался, не практиковался, как правило, это не сильно остается в голове, учитывая, что, к счастью, мы не сильно используем эти знания. Естественно, знания забываются, навыки уходят. И в случае какой-то конфликтной ситуации, либо в данном случае такой, да, когда лицо находится в состоянии там паники, возможно, в состоянии аффекта, то оказать первую помощь, даже обладая какими-то знаниями, может быть проблематичным. А поэтому, как бы, я думаю, что если не уверен, лучше не оказывать, потому что последствия могут быть довольно плачевными. В целом, да, если мы посмотрим
В определении, да, то первая помощь, да, оказание медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состояниях, которые угрожают жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь и так далее, имеющими соответствующую подготовку, в том числе, да, у нас есть сотрудники Министерства внутренних дел, военнослужащие, работники государственной противопожарной службы, спасатели, МЧС, ну и так далее. Ну и опять же я приводил пример, да, когда у нас есть водитель, который попал в ДТП, и у него есть необходимые навыки для того, чтобы оказать эту первую помощь лицу, которое пострадало, да, от данного ДТП. Перечень состояний, при которых медицинская помощь, в данном случае первая помощь оказывается, снова у нас утверждается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Примерные программы учебного курса, предмета, дисциплины по первой помощи снова у нас разрабатываются органами исполнительной власти. Ну и опять снова у нас есть указание, да, на водителей транспортных средств, которые вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или навыков. То есть опять о чем я и говорил, да, то есть если у нас навыков нет, либо мы в них не уверены, либо мы не уверены в том, что эти навыки мы применим к лицу и все будет хорошо, то, наверное, все-таки стоит подождать скорую помощь и эти навыки не оказывать, да, потому что у нас есть много нюансов, там мы не знаем, в каком состоянии находится лицо, а если оно без сознания, что стало тому причиной, а если оно в сознании, и вдруг у него есть какие-то повреждения невидимые, да, и мы там ноги где-то подняли и только хуже сделали, поэтому тут есть очень много нюансов, особенно когда мы говорим о водителях транспортных средств, которые вправе оказывать первую помощь с учетом соответствующей подготовки и навыков. Следующий вопрос. Медицинская помощь, понятие, условия и формы. Что же такое медицинская помощь? Значит, у нас есть федеральный закон об охране здоровья граждан в Российской Федерации. Далее это просто закон об охране здоровья, который четко регламентирует, что же является медицинской помощью. Значит, медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление здоровья и включающий в себя предоставление медицинских услуг. Да, я думаю, все плюс-минус поняли, что же такое медицинская помощь. Я думаю, каждый понимает, что это, да, но, возможно, четкого определения в голове нет. Надеюсь, что теперь оно есть. Да, медицинская помощь, многие обращаются за медицинской помощью. Тут надо признавать очевидный факт, да, что как бы избежать обращения за медицинской помощью довольно проблематично. Да, я могу немножко привести пример. Да, вот у нас есть две такие профессии, да, к лицам, к которым, как правило, обращаются, когда все плохо. Да, это врачи и юристы. Да, то есть к врачу ты не придешь, если у тебя все хорошо, ну, в основном. И к юристу ты не придешь, когда у тебя все хорошо. Поэтому такие лица, как я, да, учитывая, что я юрист, и такие, как, надеюсь, в будущем вы, да, то есть медицинские работники, да, это такие две профессии, без которых обойтись довольно проблематично. Итак, у нас есть виды медицинской помощи. Значит, выделяют у нас 4 вида медицинской помощи. Это первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь, специализированная медицинская помощь и паллиативная медицинская помощь. Итак, немножко о каждой, да. Что значит первичная медико-санитарная, медико-санитарная помощь? Значит, это, по сути, амбулаторная помощь, я думаю, многие уже о ней знают. Да, это основная система оказания медицинской помощи, которая включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и иных состояний, медицинской реабилитации. Здесь мы можем вспомнить при наблюдении за течением беременности, формирование здорового образа жизни населения и санитарно-гигиеническому просвещению населения. То есть все это включает в себя первичная медико-санитарная помощь. Она оказывается бесплатно в плановой неотложной форме в поликлиниках, в условиях стационара, в женских консультациях, кожно-венерологических диспансерах, стоматологических поликлиниках, травмпунктах и включает посещение участковых врачей, в том числе на дому, консультации врачей-специалистов, диспансеризацию и профилактическую помощь. Первичная медико-санитарная помощь также у нас может разделяться на первичную доврачебную медико-санитарную помощь,
которым может оказываться фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним профессиональным образованием, и первичная врачебная медико-санитарная помощь, которая уже оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, педиатрами и так далее, врачами общей практики, да, то есть так называемыми семейными врачами. И у нас еще присутствует первичная специализированная медико-санитарная помощь, которая включает в себя врачей-специалистов медицинских организаций, которые оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Естественно, показания в области диагностики и иных лечебных мероприятий у нас уже определяются лечащим врачом и в отдельных случаях могут определяться врачебным консилиумом, врачебной комиссией в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к оказанию медицинской помощи. В целом, да, первый вид, я думаю, мы максимум рассмотрели. Второе, это скорая медицинская помощь. Итак, скорая медицинская помощь, в том числе специализированная, оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме, вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях. Снова в случаях, когда требуется срочная медицинское вмешательство. Оказывает эта помощь бесплатно. Согласно, да, статье 39 уже упомянутого нами закона об охране здоровья граждан, у нас бесплатную медицинскую помощь могут получить не только граждане Российской Федерации, а и те лица, которые находятся на территории нашего государства, то есть на территории Российской Федерации. Плюс к этому мы не забываем, что у нас существуют варианты оказания этой помощи выездными и экстренными консультативными бригадами скорой в случае невозможности оказания данного вида помощи в соответствующей медицинской организации. Да, не следует забывать еще у нас, вот, допустим, есть санитарная авиация и так далее. То есть, да, транспортировка лиц в отдельное лечебное учреждение. Третий вид – это специализированная медицинская помощь. Она оказывается бесплатно, но в условиях дневного стационара, врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и иных состояний, которые требуют специализированные методы, сложную медицинскую технологию, а также медицинскую реабилитацию. Допустим, там в состоянии беременности, роды, послеродовой период и так далее. Предельный срок ожидания плановой госпитализации не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. Притом, в случае оказания медицинской помощи пациенту в стационаре, ему предоставляются лекарственные препараты с учетом, опять же, действующего законодательства, в котором эти препараты указаны, и с учетом базовой и территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 год. Ну, да, в зависимости от года, я думаю, понятно. К этому же виду мы можем отнести высокотехнологическую помощь. Да, то есть, когда мы говорим о применении сложных, ресурсоемких медицинских методов лечения, да, клеточные технологии, роботизированная техника там и так далее, да, когда мы используем, по сути, последние достижения медицинской науки с целью снова-таки оказать лицу квалифицированную медицинскую помощь. И последний вид медицинской помощи – это паллиативная медицинская помощь. Она оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, медицинскими работниками, которые прошли соответствующее обучение на оказание такой помощи и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, которые направлены, да, для чего нужна это медицинское вмешательство, на избавление от боли, облегчение других тяжких телесных проявление заболевания и в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. В целом мы с вами рассмотрели перечень видов медицинской помощи. Еще у нас осталось условия медицинской помощи. Значит, в каких же условиях у нас оказывается медицинская помощь? Это 4 вида. Первый вид – вне медицинской организации. То есть вызвали бригаду скорой помощи, она приехала в квартиру, скажем так, больному, да, и оказывает медицинскую помощь. Притом это может быть еще оказание медицинской помощи в процессе эвакуации этого лица в целях, да,
неотложного оказания данного вида помощи. Второе. Амбулаторно. В условиях, которые не предусматривают круглосуточное медицинское наблюдение и лечение. Но, тем не менее, да, это условие присутствует. Третье. Дневной стационар. Да, медицинское наблюдение, лечение в дневное время, не требующее круглосуточное медицинское наблюдение и лечение. Да, допустим, мы ходим регулярно, ежедневно в медицинское учреждение, и нам ставят, допустим, капельницу. Да, в дневной стационар. То есть мы поставили капельницу, 2-3 часа и обратно вернулись на свое место жительства. И четвертое условие – это стационарно. Да, круглосуточное медицинское наблюдение данного больного лица. Итак, и формы оказания медицинской помощи. Экстренное. Да, вот у нас есть острое заболевание, которое требует у нас медицинскую помощь, которую оказать стоит прямо вот сейчас, да, допустим, схватил аппендицит. То есть пока 30 дней ждать никто не будет, да, нужно экстренно оказать медицинскую помощь, поскольку это заболевание несет за собой угрозу жизни пациента, ну и так далее, либо обострение хронических заболеваний. Второе, неотложное, да, то есть это медицинская помощь, которая у нас возникает при внезапных острых заболеваниях, которые за собой не влекут угрозу жизни пациента. И третье – это плановое. Да, проведение профилактических мероприятий. Допустим, мы говорим о медицинском осмотре, мы говорим о диспансеризации и так далее. То есть мы просто должны провести данный медицинский осмотр с целью выявления нашего состояния здоровья, да, то есть это у нас нет никакой экстренности, это нельзя назвать неотложной помощью, это плановая медицинская помощь. В целом, да, думаю, что... Так, далее, следующий вопрос, это организация оказания медицинской помощи. Значит, что такое медицинская помощь с вами, мы уже разобрались. Значит, у нас есть определенные этапы, да, оказания медицинской помощи. Есть у нас правила организации деятельности медицинской организации, есть у нас стандарт оснащения медицинской организации, есть штатные нормативы медицинской организации. В целом, да, в связи с чем мы оказываем медицинскую помощь? В соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, все это, естественно, закреплено, да, в соответствующих нормативно-правовых актах, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов оказания медицинской помощи. Порядок, да, мы уже говорили, что он включает в себя. Если мы немножко, да, расшифруем этот порядок, да, то у нас, естественно, по каждому заболеванию есть клиническая рекомендация. То есть как и что мы обязаны делать, да, даже с учетом вот современных условий, да, у нас уже сложились определенные стандарты оказания медицинской помощи лицам, да, которые у нас находятся в состоянии, да, ну, по сути, которые заболели коронавирусом. Да, то есть, в принципе, уже есть рекомендации потом по тем вопросам, да, как же этих больных лечить, в каких условиях, какие препараты применять и так далее. Естественно, клинические рекомендации по требованиям законодательства должны пересматриваться не реже одного раза в 3 года. Точно так же, когда мы говорим о порядках и сроках разработки этих клинических рекомендаций, то у нас опять же есть у нас четкие сроки, да, в течение которых эта клиническая рекомендация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. При этом у нас медицинские некоммерческие организации соответствующего профиля тоже имеют право разрабатывать клинические рекомендации по заболеваниям, которые не включены перечень заболеваний и состояний действующего законодательства Российской Федерации. То есть, в принципе, да, у них есть своего рода самостоятельность в разработке данных клинических рекомендаций. Стандарт у нас медицинской помощи разрабатывается на основе клинических рекомендаций и так далее. При этом у нас еще есть некоторые факторы, да, которые влекут за собой данный стандарт. Это номенклатура медицинских услуг, то есть, по сути, перечень тех медицинских услуг, которые мы имеем право оказывать. Второе. Зарегистрированные на территории Российской Федерации лекарственные препараты, да, то есть тоже не какой-то непонятный, да, который зарегистрирован на территории России. Дальше у нас медицинские изделия, которые
возможно имплантировать в организм человека компоненты крови, виды лечебного питания и иные особенности, исходя из конкретного заболевания. Какие же у нас существуют типы ЛПУ, то есть лечебно-профилактических учреждений? В принципе, да, наглядно для вас есть информация. Первый вид, ну и, наверное, самый, так скажем, на слуху, да, распространенный, это больница. Что же такое больница? Это комплексное учреждение здравоохранения, которое оказывает все виды лечебно-диагностической, высококвалифицированной, специализированной, стационарной помощи при наиболее тяжелых заболеваниях. Да, у нас существует классификация больничных учреждений. Первая классификация, но я думаю, она в целом самая такая распространенная, по административно-территориальному делению. Да, у нас есть республиканские больницы, областные, городские, районные, участковые и так далее. Да, я думаю, вы знаете, да, что у нас есть определенное деление по административно-территориальному положению. Вторая классификация по профильности. Да, у нас могут быть специализированные больницы, могут быть многопрофильные. Третья классификация по порядку госпитализации, допустим, больница скорой медицинской помощи, либо общей госпитализации. И последняя классификация по степени интенсивности наблюдения за больными. Это восстановительное лечение, долечивание, сестринский уход, медико-социальная помощь и так далее. Какие же задачи поставлены у нас перед больницей? Первая задача – это оказание населению высококвалифицированной стационарной помощи. Да, понятное дело, наша задача с точки зрения больницы первая, да, – это оказать высококвалифицированную стационарную помощь лицам, которые в ней нуждаются. Вторая задача – оказание первой и неотложной медицинской помощи больным, которые обратились в стационар, независимо от места их жительства. Да, то есть независимо, где они зарегистрированы, где они проживают и так далее. Третья задача – преемственность в обследовании и лечении больных между поликлиникой и стационарным. Да, то есть в стационаре находится, значит, в поликлинике обследовали, лечим в стационаре. Четвертая задача – систематическое освоение и внедрение в практику новых методов и способов лечения, да, использование новых технологий, лекарственных средств и так далее. И последнее – применение в комплексной терапии, лечебного питания, лечебно-физической культуры и методов восстановительного лечения. Да, то есть вот в целом и задачи, и виды больниц. Да, так как вы поняли, учреждение довольно серьезного уровня, задач стоит очень много, виды бывают разные. Мы их, в принципе, уже рассмотрели. Итак, второе – лечебно-профилактическое учреждение. Да, это госпиталь. Госпиталь – это специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания лечебно-диагностической помощи военнослужащим, ветеранам, инвалидам войн, которые нуждаются в круглосуточном врачебном лечении и наблюдении. У нас бывают госпитали тоже разных видов. Это могут быть госпитали центральные, госпитали видов вооруженных сил, госпитали окружные и гарнизонные. Также мы не забываем, что в случае военного положения, военного времени у нас формируются госпитали, так называемые передвижные, эвакуационные, тыловые и полевые. Да, то есть, грубо говоря, палатка, да, и там расположены койки, да, и в этих условиях происходит оказание медицинской помощи. Да, так называемый полевой госпиталь. Снова-таки в военных условиях. Дальше мы идем. Это гериатрическая больница. Какие же задачи стоят перед ней? Это оказание реабилитационной лечебно-диагностической помощи лицам преклонного возраста и лицам с признаками преждевременного старения организма. При этом еще у нас могут проводить эти больницы совещания, конференции, различные семинары по геронтологии и гериатрии именно в пределах своих полномочий. Это если мы говорим о гериатрических больницах. Следующее у нас лечебно-профилактическое учреждение – это хоспис. Какие же задачи поставлены у нас перед
хосписом. Это повышение доступности медицинской помощи больным в терминальной стадии, улучшение оказания медицинской помощи на дому, проведение симптоматического лечения больных в терминальных стадиях, оказание квалифицированного ухода с учетом традиционных методов, с применением психотерапевтических методик и так далее. Да, то есть в целом вот у нас основные задачи хосписа. Ну, я думаю, в целом, да, плюс-минус для себя вы как-то определили, да, типы лечебно-профилактических учреждений и те задачи, которые стоят перед ними. Ну и еще разобрали мы отдельные виды, да, тех или иных учреждений. Также вы можете еще видеть санаторий, да, это учреждение, которое обладает правом тоже оказывать лечебно-профилактические мероприятия, проводить ЛФК, заниматься профилактикой хронических заболеваний, заниматься продвижением здорового образа жизни и так далее, да, то есть довольно тоже распространенные лечебно-профилактические учреждения. В целом на этом наша лекция подходит к концу. Мы разобрали несколько ключевых вопросов, да, это виды медицинской помощи, в каких условиях она может оказываться, какие задачи стоят перед лицами, оказывающими медицинскую помощь, какие полномочия присутствуют у органов государственной власти в отношении охраны здоровья граждан и продвижения здорового образа жизни, какие виды лечебно-профилактических учреждений присутствуют, какие задачи стоят перед ними, виды и так далее. Я думаю, на этом стоит завершить. Всем спасибо за внимание.